Вы когда-нибудь задумывались, что самолет поднимается ввысь, ложась на сопротивление воздуха? Вы наверняка множество раз видели подтверждение, что ваши мышцы крепнут благодаря многократному усилию. А все лучшие качества, такие как решимость, терпение, ответственность, падают не как снег на голову, а через преодоление ситуаций, где они приходят к нам как награда. Кажется, у предпринимателя сейчас есть все поводы, если не загрустить, то уж точно запереживать. А с другой стороны, давайте на чистоту. А когда было иначе, в разрезе хотя бы последних 5 лет? Тогда справлялись, и тут справимся. Но не одни. И мы сегодня об этом. О клубе осознанных предпринимателей, благотворителей, сильных, сбалансированных духовных личностей, которые в ключевой момент сгруппировались, чтобы их было уже не сломить. И знаменательны здесь как сами резиденты, так и общение, которое проистекает между ними, и высокие смыслы клуба, создание новой экономики, всеобщего процветания и развития. Само название клуба Артха взято из древнего могущественного языка и несет в себе этот глубинный смысл процветания, успеха, щедрости, баланса между духовным и материальным. А Артха-модель помогает резидентам выстроить процветающий бизнес на основе тонких законов Вселенной. В рамках Артха-клуба вы можете общаться с людьми, которые, во-первых, хотят увеличить свой доход, оставаясь в гармонии с высокими идеалами, во-вторых, находятся в состоянии изобилия и ищут возможность поделиться с миром своим видением, знаниями и опытом. В-третьих, хотят сделать успешный бизнес на основе духовно-нравственных принципов. В-четвертых, перенимают опыт от успешных духовных предпринимателей, реализованных в бизнесе. И, наконец, в-пятых, на практике воплощают духовные принципы в своем бизнесе. А еще Артха-клуб поможет найти сильную, развивающую и поддерживающую среду единомышленников, стать частью миссии, несущей благо и выходящей за пределы жизни, найти бизнес-наставника и духовного учителя, осознать свою природу, миссию и продукт, избежать ошибок, используя опыт сообщества, найти уникальных экспертов, быть богатым и счастливым, творя благо в этом мире. В рамках Артха-клуба мы применяем целый ряд полезных инструментов, которые позволяют узнавать глубже друг друга и обмениваться опытом на самых разных уровнях. Так вы можете совместно развиваться и вместе отдыхать со смыслом. Программа развития включает развивающее и поддерживающее общение в кругах единомышленников, практическая прокачка бизнеса резидентов в малых группах, практические марафоны по личному и бизнес-развитию на темы «Духовность и миссия», «Смыслы и корпоративная культура», «Стратегическое планирование и развитие навыков», «Правильное действие и полезный продукт», «Инвестиции в здоровье и бизнес». Программа отдыха включает в себя бизнес-игры, читальный и киноклуб, путешествия и походы, воскресные встречи с уникальными экспертами, совместные спортивные и деловые мероприятия и многое-многое другое, суть которого – польза, польза и еще раз польза. Теперь о критериях, которые мы предъявляем кандидатам на вступление в клуб. Во-первых, такой кандидат должен быть собственником, руководителем или стартап-фаундером. Во-вторых, он должен обладать природой и качествами предпринимателя. В-третьих, принимать авторитет ведических писаний и Артха-моделей. А в-четвертых, находиться на высоком уровне осознанности. Помимо этого, он должен дать Артха обещание о готовности посвящать часть своего времени и доходов служению обществу.
Узнать детали вступления в клуб вы можете, оставив заявку на сайте. Конечно же, это далеко не все, ведь мы еще организуем конференции в горах, форумы в разных уголках мира, включая Дубай, Лондон, Москву, участвуем в гонках героев, бываем друг у друга на свадьбах, ну и дальше этот список можно продолжать бесконечно. Потому что жизнь в общении с хорошими людьми рождает все нарастающие потоки идей и творчества. Похоже, что вы досмотрели до конца. Это добрый знак. Теперь самое время поверить себе и открыть мир в новом окружении, чтобы продолжать двигаться к своей цели вместе с единомышленниками, про которых вы слышали, но боялись поверить, что они есть. Они рядом, и ты один из них, один из нас.